Grazie. Третий раунд. Боксируем. Единогласным решением судей победу одержал боксер Красного угла Клюев Артем, клуб Щелково. На награждение идем. Просьба тренера клуба Щелково подойти в кабинет. Родион, работает одна у меня. Да. Молодец, третий раунд выиграл. Бой номер 7. Бандажик на месте, тапки на месте. Бандажик, тапки на месте, все есть. Время приглашается седьмая пара боксеров. Ладно, иди сюда. Адамов Сергей, клуб Щелково, Красный угол, Джафаров Юсиф, клуб Выдел, Синий угол. Ринг номер 2. Францкевич Михаил, Хардклаб Боксинг. Красный угол, Калантарян Артур, Центр спорта, Синий угол. И в ринге номер 3.
Андреев Максим, клуб Панчер Домодедово, красный угол. Тарасов Виктор, клуб Капотня, синий угол. Да, быстро, на серединке. Руки жмем. Быстро, быстро. Руки жмем, быстрее иди. К углам. Доктор. Богдан, все готово. Боксеры готовы, первый раунд. Владелец машины BMW K878KX77. Просьба подойти к машине. Давай, работай! Давай, 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 давай, работай!
Сильно, Корма! Работа! Давай сам нажми! Вот еще! Еще за тренинг! Поворачивайся. В этом бою единогласно решением судей победу одержал Адамов Сергей, клуб «Щелково». Руки жмем на награждение.